Создатели фестиваля рисованных историй «Комиссия», который приехал в Воронеж и отмечает у нас свой 10-летний юбилей, доказали, русский комикс существует. Правда, в наших историях нет супергероев. Как объяснил создатель фестиваля, художник Ихус, русская натура склонна к философским размышлениям, а не к боевикам. В последнее время интерес к комиксам в стране возрос настолько, что в Москве в университете «Синергия» открылась кафедра комиксов и манги. Правда, пока у преподавателей нет ни одного учебника. Позиционируем комикс вот как кино на бумаге, где в первую очередь необходима интересная история, режиссерское мышление, внутренний оператор, который точно так же, как в кино и телевидении, работает с камерой, только камера в голове спрятана. Вот, и всему этому мы учим. Сегодня в программе фестиваля творческие беседы и мастер-классы. Один из них проведет популярный в Бельгии автор Сьерр Буар. Это будет интересный опыт. Это все так интересно, особенно если ты чего-то не знаешь. Я сам никогда не перестаю учиться, и само время дает тебе толчок для обучения.